Нигер Калфа. Ты почему не ешь? О, благодарю, госпожа. Я не голодна. Ты им настоящий пир устроила. Девочки, всем приятного аппетита. Спасибо, госпожа. Кто-нибудь видел кольцо? Нет, никто ничего не знает. А я думаю, говорить не хотят. Куда-то делось мое изумрудное кольцо. Не могу найти. Тот, кто его найдет, получит вознаграждение. За любые сведения я щедро одарю вас. Что узнаете, скажите, Нигер Калфе. Прошу прощения, госпожа. Вы звали меня, госпожа? Госпожа, если вы насчет Хюрем Султан, я не заметила ничего пока полезного для вас. Может, не хочешь замечать? Ты что-нибудь узнала о кольце Хюрем? Нет, госпожа. Оно у меня. Хюрем была в Эдирне. Я нашла его на балконе среди подушек. А тут восстание. Ну, я... Естественно, совсем тогда о нем забыла. На вот, отдай его, Юра. Только у меня одно условие. Скажи ей, что ты нашла его сама, а не я. Обо мне ни звука. Да, я поняла, госпожа. Замечательно. Благодарим вас. Да не за что. Хюрем Султан? Да, Нигер. Что такое? Неужели мое кольцо нашлось? Нашлось. Представь себе. Вот оно. А где? Где ты его нашла? Его сейчас нашла одна рабыня. Она подметала на балконе. А,
Приведи завтра эту рабыню. Дам вознаграждение. Не нужно, это ее работа. Ну да, ей не надо. Махидевран нужно давать. Ты меня глупой считаешь? Да что вы, нет, госпожа. У нее было, да? Нет, не у нее, служанки на балконе. Разве служанки Махидевран убирали мой балкон? Говори, ее служанка приходила за тобой. Я не буду ссориться с Махидевран. Не бойся этого. Но скажи правду. Его нашла Махидевран, но, видно, не захотела отдать тебе сама. Нигер Калфа, я тебе доверяю. Но, может, я совершаю ошибку? Я не виновата. Что я могу сделать? Она ведь госпожа и так приказала. Ясно. Теперь ты ей верно служишь. А если завтра она убить меня прикажет, то убьешь? Ну что ты говоришь? Просто я хотела все мирно решить, без скандала. Ради тебя старалась. Ну все, я поняла. И прощаю тебя. Не расстраивайся.